Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру Guns, Core and Cannoli, вторая часть. Так, давайте-ка мы возьмем с вами немножечко другой скин. Во, вот такой мне подойдет в самый раз. Так, геймпад, да, конечно же, будем играть с вами на геймпаде. Так что давайте приступать. Загрузочка. Первую часть я прошел, мне она очень понравилась. Вот, давайте-ка посмотрим вторую. 1944 год. Ха-ха. Сам Каноли здесь. Связанный где-то. Опять куда-то попал, видимо, в передрягу в какую-то. Так, значит, это должно быть великий Винни Каноли. Так, точно, Луи. Его называют Тиран Тангуата. Серьезно, никогда не слышал об этом городе. Ты шутишь? Ты никогда не слышал про инцидент в Тангуате, который произошел в 1928-м? Нет, рассказывай. Никто так точно и не знает, что там на самом деле произошло. Но рассказ гласит, что местные гангстеры торговали каким-то пойлом, которое превратило весь город в каких-то каннибалов-мертвецов. Ты серьезно? Да, на самом деле. Их назвали зомби. В конце концов, армия произвела химическую атаку на город. С тех пор город остается на карантине. Невероятно, но как наш друг вписывается в этот рассказ? Есть только один человек, который чудом выжил во всем этом. Без единой царапины. Поговаривают, что он там понаделал делов, чтобы выбраться из города. Правительство хотело посадить его в тюрьму, но все быстро сошло на нет. И все обвинения были сняты. О, звучит удручающе. Так скажи, Тони, кто был этот парень? Ты шутишь, Луи? Он сидит напротив нас. Ты серьезно? Он не выглядит таким опасным сейчас, не так ли? Развяжи меня, и я вам продемонстрирую. Ха-ха, он таки нарывается. У меня тут бензопила есть, Тони. Давай сделаем незабываемую кровавую ночь. Ха-ха, смешно, Луи, но не выйдет. Темный Дон хочет его живым. Но мы можем сначала научить его хорошим манерам. Вы точно два комика. Да? Серьезно? Потому что вы не так хороши в завязывании узлов. Кранты, ребята, по ходу дела. Йоу! Нормуль. Вот тебе и вау. У меня для тебя прогноз погоды, Луи. Сегодня будет много крови. Ожидаются осадки в виде частей тела. Прикольно. Guns, Gore and Cannoli 2. Ну что же, ребята, будем играть. По крайней мере, сегодня мы посмотрим на нее точно. Ну, а остальное все зависит от вас. Опять загрузочка. Понятно. Вот такой у нас, ребята, скин. Я как этот Шварценеггер из фильма «Терминатор», помните, да? Косухи, в очках, в общем, все дела. Слушайте, ну управление здесь немножко... тупит, если честно, мне как-то непривычно все это. Йоу, всех на кукан. Два раза, ага, прыжок. Елки-палки, пока привыкнешь к этим кнопкам. Так, подождите, надо, наверное, вот, ё-моё, вот отсюда перепрыгивать. Отлично. Я так понимаю, мы сейчас с вами просто с бандитами будем разбираться. Зомби будут, наверное, чуточку позже. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что не будут. Иди сюда. Опа. Малорик. Прям на пилу прыгнул. Слушайте, ну, графика, по-моему, да, стала немножко лучше. Хотя все в том же стиле, мультипликационном. Тихо ты. Ты смотри, блин. Тут надо еще обязательно разворачиваться. Что ты там сидишь, шапочку поправляешь? Вот так вот. Всех тут. Куда ползут, а, гады? Нечего вам здесь делать. О, бита. Давайте-ка вот этого. Легко и просто. Перелазим. Здесь у нас какой-то склад, видимо. Так, ребята, уже пошел огнестрел. А у меня нету ничего, да? Хорошо, сейчас, надеюсь, у нас появится. Опа, пистолет.
Ё-моё, бочки. Так, сматываемся. Ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Хотя надо было мне ящики, наверное, все-таки подбить. Все, пока шикарно. У пистолета патроны бесконечные. Это уже хорошо. Два ствола у меня уже. Ну что ты там стоишь, блин? Так, у нас опять... Оу, помню я этих вот уродов. Правда, раньше это были у нас зомбари. Да ё-моё, что ты... Так, черт, я никак не могу привыкнуть к этим разворотам и кнопке прыжка. Ребят, так что не обессудьте, если сейчас буду тупить малька. Надо адаптироваться, привыкнуть, потом уже все пойдет как надо. Иди отсюда. Выбежал он мне тоже тут из окна. Не, ну вот, конечно, насчет того, что нужно отдельно поворачиваться, это, конечно, они ступили. То есть один стик у меня бежать, а другой именно поворачиваться. При этом еще кнопки прыжка, оружие, в общем, все дела. Опа, это что такое там? Ага. Так, хорошо. Давайте двигаться с вами далее. Стенку здесь пробили у нас. Ну что ты там пыхтишь? Причем, ребята, этот же стик у нас отвечает за направление еще, куда я могу стрелять. Где? Ой, только тебя тут не хватало, ё-моё, а? Зелебоба, ты фигов. Типа вышибалы какого-то. Ну что, ох, смотри-ка, он сюда может запрыгнуть. Ну это ты, конечно, зря, напросился, как говорится. Давайте его... Да ё-моё, ты перезаряжаешься, каноли, как всегда, не вовремя, а? Вот здесь можно вот так вот спрыгивать. На прыжок и вниз. Так, смотрите, тут у них... Ну, я так понимаю, это какой-то склад. И, видимо, наверное, военный. Хотя я могу и ошибаться. Черт подери, блин, нифига такой монтировкой по чайнику получить. Мало не покажется. Так, опять ты! Ну-ка, что-нибудь есть? По-моему, тут ни шиша нету. Да елки-палки, у меня... Ага, все, со здоровьем пока нормуль. Бежит. Сейчас он свое отгребет. Оу, щит, я думал, что он пробежит, а он нифига. Эй, валяйся тут, отдыхай. Ну, по крайней мере, хпшки здесь разбросаны везде. И чекпоинты та же самая. Так что это, в общем, замечательно. Нет, ребят, сколько я играю, все никак не могу... О, пила, я смотрю, тут наверху. Бензопила. Так, тут у нас пусто. Пилу возьмем. Ящики, да, смотрите-ка наверху. Ну, также у нас там и бочки есть. Ё-моё, нифига там кипишняк. Просто все на воздух взлетело. Все, нормулька. Ну, бандос это бандосом. Ребята, вот единственная разница, что у зомбарей не было никакого огнестрельного оружия. Мы с вами их просто чикали. А здесь приходится еще уворачиваться. Так, проползаем, чтобы кувыркнуться. Так, ЛБ, ага, вот. Все, понятно, надо запомнить. Опять чекпоинт. Здоровье. Вау, просто головы ему не сносить. Так, автомат Томпсона у нас здесь. Да я понял, что можно, блин, выбирать оружие. Чего вы мне, блин, пишете-то это? Некогда мне на это смотреть, на все. Отвлекаться на ересь какую-то. Так, где-то там еще говнюк один стреляет. Ага, вот он, появился. А двери эти не пробиваются, жаль. Да, охренеть, да, он здесь группировочка. Так, погоди-ка, а здесь что, тупик, что ли? Не понял. Так, целая шайка-лейка тут прибежала, блин. Всех нафиг в расход. Ну и что далее? Оу! Машина, нафиг расстреливаем ее. Это у нас типа мини-босса, что ли? Нет? Горит тачка уже. Шикарно. Ага, вот оно значит как.
Вылезли, блин, из-под покрышек. Значит, я должен туда как-то забраться. О, сердечко. В общем, со здоровьем здесь пока нормуль. И чекпоинты везде. Так что замечательно. Думаю, что мы здесь пройдем без проблем. Ахламоны, хорош тут стрелять в меня, а, из окон. Так, готовы. Побежали далее. Оружия здесь тоже пока хватает. Я смотрю, не так уж его и мало здесь. Чё тебе там надо? О, тихо, тихо. Ты смотри-ка, коктейль Молотова прилетел. Тачки делают, какая-то мастерская, что ли, не могу понять. Так, погоди-ка, где-то еще один олух, который... Да, вон он. И не один, он здесь их много. Опять же здоровье пополняем. Луи. Точно, чувак был похож на Луи. Сейчас будем с вами... Оп, тихо-тихо-тихо. Главное не... Воу, сколько вас здесь. И ведь эти говнюки, по-моему, меня так просто не оставят. Они будут преследовать меня. Ё-моё, вот это я влип. Со всех сторон. Да ёлки-палки, это еще повернуться, стрелять. Как же все-таки неудобно вот управление здесь сделано. Причем я играю на геймпаде. Я представляю, если это все на клавиатуре. Черт, все равно по мне попадают. Спрятался, называется. Так, хорош. Минус один. Вот тебе и здоровье. Все практически растратил. Огнемет. Где-то я его умудрился взять-то. Так, пулемет. Точнее, автомат Томпсона взяли. Будем тогда жарить их здесь. Что у нас? Да ее дрена вож, бочка. Все. Взорвались все к чертям собачьим. Поджарим. Не поджарились что-то. Да откуда вы бежите? Там же тупик был. Ё-моё. А, вот, сверху, оказывается. Ладно. Так, пора нам, наверное, туда тоже переместиться. Тихо-тихо. Главное не взорваться нафиг от этой бочки. Она бумкает-то очень хорошо. Да, сложновато, конечно, и прыгать, и стрелять, и поворачиваться. Все это, как говорится, в одном флаконе. Так, бочки-бочки есть. Громозека взорвался, это уже плюс. Что-то какой-то слишком длинный уровень, или мне так кажется? Ай-яй-яй, перезарядка, так, подкрепляемся. Отлично, так, наверху бочки. Надо быть аккуратным, потому что, воу! Взорвись нафиг там! Есть. Громозека взорвался, отлично. Да откуда вы все время шмаляете-то? Я не могу никак понять. Вроде нет никого, да? И в то же время дерутся. Так, аккуратненько. Амбал, да сколько вас тут со всех сторон, блин. Ёлки-палки. Только себе восстановил все здоровье, и на тебе. Уже четверть хп потратил на этих олухов. Надо было вот эти вот, наверное, бочки бомбить. Тогда было бы... Тихо, чуть не взорвался нафиг. Со всех сторон прут. Ну, как, в принципе, и в первой части. Никакого расслабона нам здесь не будет. Будет просто жестокая-жестокая бойня. И в этой бойне я должен как-то выживать. Слушай, ребята, у меня дробовик. И, кстати, я думаю, что это будет хорошее оружие в нашем прохождении. Чё там стоишь, лыбишься, блин? Слушайте, ну вот согласитесь, сделанная игрушка качественно. В плане того, что вот прорисовка, мультипликация. Так, загрузочка. Это, видимо, Дон. С кастетами. Иди отсюда. Лезет он, блин. Против дробаша прет, а? Так, а эти что, олухи здесь? Смотрят в окошечко. Да, последний раз ты видел небо голубое через затертое стекло. Так, нормулька, пока все хорошо, ребят. Опять здесь у нас стена. Странно. Ну что ты лыбишься там, ё-моё. Нет, еще не готов. Может, хватит уже, а? Че, так и будете в каждом окне? Ах, вот оно что. Блин, тупик все равно какой-то. Только не говорите, что мне нужно запрыгивать на крышу этого здания и... Как это он так умудрился мне проломать пол? Нифига он здоровяк. Черт, у меня дробовик кончился. Не вовремя. Опять ты! Нервирует он меня. Вот это вот амбал. Ай! Чет! Еще и двое, блин! И я с этими пукалками здесь, а?
Нет, по-моему, меня здесь сейчас закромсает, ребят. Ладно, я, конечно, попробую выжить. Но я не знаю, получится ли. Так, хорошо. Один есть. Остался еще один, последний. Ну, все, упал. Двигаемся. Так, наверху, значит, с коктейлем Молотова. Надо быть аккуратным, чтобы не поджариться нам. Ага, здесь не прострелить нам стенку. Ой, стенку, потолок. Минус. Так, есть ли только вариант вот так вот в прыжке? Ну! Да ё-моё, ну! Готов. Опять ты, да ж сколько вас здесь, а? Да прыгай ты, ё-моё, ну каноли, ну что ты тупишь? Отойди от меня. Ё-моё, блин, хотел прыгнуть, он тоже подпрыгивает. Слушайте, дайте мне нормальное оружие. Или подхил. Черт, по-моему, сейчас меня здесь закромсает. Воу-воу-воу-воу. Йо-хо-хо. Так, далеко у нас чекпоинт или нет? Это мы где с вами начали-то что-то? Я не понял. Я же, по-моему, не здесь. Странно как-то. Хорошо, ладно. Будем отсюда начинать тогда. Не, действительно странно, я же вроде бы не здесь, как бы, отдуплился-то. Закрылся, типа, да? Все равно прошили дверь. Слушайте, хорош там с трибун-то орать, эй, говнюки. Слушайте, как вариант, можно, конечно, в прыжке, но и так тоже как подойдет. Так, хорош там, байкер хреном. Причем, смотрите, да, он когда погибает, бутылка коктейля Молотова отлетает, но не взрывается. Так, тут у нас опять тупик. Видимо, нам нужно что-то ждать, чтобы пробило. Вот, вот это я понимаю. Дробовик. На, гад, выкусил свое. Че, куда теперь-то? Так, подожди. Этого надо долбануть. Слушай, он из подсобки выбежал. Ну и там тупик у нас. Очень странно, конечно. Подожди, ребята, я что-то не врубился. А что же мне тут нужно сделать? А, может быть, всех вот этих вот говнюков подбить? Ну, как вариант, в принципе, может... Тихо, это что, полицейские? Нифига тут их... Тихо нафиг, еще машины тут не хватало мне. Я, кажется, понял. Сейчас она... Нет. Не... Ёпарасете, вот это я попал. Жесть какая-то тут творится. Каноли, да, каноли вернулся, ребята. I'll be back. Так, замечательно. Что там стоишь-то, Олух? На! Ой, я думал, что у меня дробовик, а он закончился, к сожалению. Но вижу я здесь. Вот он лежит. Так, подожди, вот этот мне не нравится, чувак. С огнеметом, ой, с огнеметом. С коктейлем Молотова. Причем как метко-то он бросает, а? Именно туда, где я нахожусь. Нет, пора повеселиться здесь по-крупному. Давайте вот так вот. Ага, пошел отсюда. Щегол, блин. Я вам сейчас тут устрою карнавальную ночку. Что там стоишь? Ждешь? Просто в мясо всех. Головы, руки отлетают. Так, тихо, куда ты прет? Ну куда ты, вот куда ты бежишь, а? Громозека. Да развернись ты, ё-моё. Так, тут у нас что, тупичок получается, надо... Ага. Ну, здесь я навряд ли запрыгну, поэтому вниз пойдем. Опять этот хмырь. Так, может быть, нам наверх? А, тут тупик! Ёлки-палки, конечно же, стена. Да ты задолбал уже, а! Ё, ты сколько их тут? Мне просто повезло, что не все сгорели. Трупешник полетел обгорелый. Это все там наверху этот балует, да? С коктейлями Молотова. Пора его, наверное, навестить нам. Да, смотрите-ка, и как раз там у нас будет проход. Отличненько все. Подкрепимся, чекпоинт. Как говорится, все, что нашей душе угодно. О, вот, смотрите, шар. Его мы... Да опять ты, а! Амбал, на, получи. Ну-ка, что будет? Ага, шар нам пробивает, видимо. Да, проход.
Я так думаю, что можно, в принципе, и не обязательно всех убивать. Но эти ребята будут нас преследовать. И это очень жестко. Поэтому будем убивать всех, кого увидим в радиусе поля зрения нашего. Так, и опять этот, блин, в костюмчике урод. Прикиньте, у него мощи, он даже этот железный шар сбивает. Офигеть. Так, перезаряжаемся. Ну, блондинчик готов. Так, нам нужно, наверное... Погоди-ка. О! И теперь вниз пойдем. В этих комнатах может быть что-то лежать, а может и ничего. Как говорится, проверять будем все. Да-да-да-да-да, конечно. Ой, бочка! Ай-яй-яй, как же я так тупанул-то? Ведь прекрасно знаю, что бочки взрываются. О, дробовик мой родной. Самое то, что нужно оружие. Массового поражения. Так, тихо. Внизу вижу хпшки, ребят. Мне бы до них дотянуть, дожить, как говорится. Потому что здоровья очень мало. Есть. Фух. Кто там анимал? Кто там животное? Оу! Опять машины. Я опять полицейский. Да что ж такое-то? Что они здесь делают? Они, наверное, притон этот хотят взять. А я им тут якобы мешаю. А может быть, наоборот, помогаю? Да, скорее всего, я им помогаю. Так, вверху там шнырь какой-то. На, улетел в поднебесную. Такие, да, явились без стука, без звука. И просто начинаем тут полный раскат. Да что за фигня? Я не понял, почему? Я же стрелял. Я, видимо, находился в машине, ну, как бы на уровне машины. И стрелял-то я по машине, к сожалению. Да, вот тебе, как говорится, легко и просто все. Ладно, по крайней мере, мы знаем, что нас ожидает впереди. Так, где у нас там огнеметчик? Вот он. Почему я называю его огнеметчиком, если он просто бросает бутылки с горючим, блин? Да что за фигня-то? Не могу уже попасть, ядрёна вошь. И этот урод тут прибежал. Нервирует меня это уже все, а? Досконально причем. Ну-ка. Давай-ка вниз пойдем. Тут пусто. Всех нафиг буду сносить. Тут у нас тоже ничего нету. Так, сейчас что-то вылезет, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, да, так и есть. С монтировкой прибежал. С разводным ключом. На, нафиг. Охламонище, блин. Слушай, Каноль, ты будешь у меня, блин, спускать? Эй, бочка! Фух, хорошо тут здоровье можно подкрепить было. Просто заваруха со всех сторон прут. Ребят, я иногда даже не успеваю проследить, где, кто, что, когда, почем, блин. Полицейские, надеюсь, не побегут за мной? Нет, бегут. Это они, конечно, зря сделали. Ага, вы увидели только что? Внизу там была стычка, они между собой тоже, оказывается, воюют. Полицейские и бандиты. Это логично. Так, что у нас тут? Есть что-нибудь? Нет? Ни шиша. Ладно. Пошли тогда с вами, наверное, туда, вперед. Оп, оп, кувырочки. Кстати, кувырок может быть нам полезен. Когда в нас стреляют, мы можем наклониться и, например, от тех же самых патронов уворачиваться. Слушай, а машина что, не взрывается, нет? Тут они, смотри, радио слушают, а? Радиоволну, блин. Радиомаяк. Так, ну что, эксит. Отлично. Заставочка. Это Джо Бариста. Джо, это Винни, слушай, у меня на хвосте полгорода. Ты должен мне помочь выбраться отсюда. Ок, спокойно, а где ты сейчас? Я не уверен, но думаю, что в восточной части города. О, друг, это нехорошо, это совсем нехорошо. Сейчас там происходит спецоперация полиции. Слишком опасно посылать туда машину. Подходи в бар «Пилот», что возле аэропорта. Я там тебя встречу. Оу, вот оно что. Ха. Значит, у нас следующее задание будет добраться до бар «Пилот». Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока.
Всем удачи и до новых встреч.